Ну, следующий вид программы. Полуфиналы в беге на 100 метров у мужчин. А вечером состоятся уже и финалы. Ну что ж, интересно, естественно, один из интереснейших видов. Три полуфинала, 2 плюс 2 формула. Ну, много, конечно, сильных спортсменов. Сейчас, собственно, мы их всех увидим воочию. Ну вот в этом забеге и американский спринтер, и майский, и спортсмен из Барбадоса, итальянец Филиппо Торту, кстати говоря, 10:19. У него самый высокий личный рекорд. Белорусский спортсмен Станислав Дорогокупец. Не знаю, как правильно ударение. Дорогокупец бежит по третьей дорожке 10:53. Спортсмен из Барбадоса Марио Берг 10:25 имеет. Также Рахим Чемберс из Ямайки, он по девятой дорожке. Американец Хаким Монгомери 10:30. Ну, интересно, Филиппо Торту, как тут итальянец по четвертой дорожке. Нужно попадать в число первых двух. Ну, такой ровный довольно старт. Барбадосис Берг и итальянец. Итальянец показывает действительно, что 10:19 это были не случайные результаты. И выигрывает уверенно, выигрывает первый полуфинал. Ну что ж, молодец. Молодец, Филиппо Торту. Порадовал. Ну, кто наверное, все-таки спринтер из Ямайки. Похоже, был вторым. Филиппо Торту личный рекорд 10:19 установил в полуфинале чемпионата Европы, где он выступал. Но в финал пробиться не удалось. Но вот здесь он вышел в финал. В составе эстафетной команды на чемпионате Европы занял 5-е место. Ну и вот результаты. 10:26 Филиппо Торту. Марио Берг, все-таки барбадосский спринтер, второе место. Он на 0,02 опередил Рахима Чемберса, у которого 10:36, и будет он ждать. Ну вот, пожалуйста, эти результаты. Но американец тут явно подкачал. 10:53 американскую школу подвел пока.